Прошли испытания жарой и не дрогнули на старте сезона. Самарские крылья Советов одержали первую победу в чемпионате России, одолев грозненский «Ахмат» со счетом 1-2 на выезде. Наставник «Волжан» Игорь Осенькин удивил своего визави Сергея Ташуева, доверив место в старте молодому таланту с белорусским паспортом Егору Карпицкому. Забегая вперед, отметим, что новичок имел хороший шанс, чтобы отличиться в первой половине встречи, но промазал поворотом Шелли из выгодной позиции. А вот кто действительно доставил много проблем обороне команды из Чеченской Республики, так это аргентинец Гаре. Бен эффектно пользовался своим главным оружием – техничными финтами. Уже на 13-й минуте встречи юркий полузащитник получил пас от Ежова, ворвался в штрафную соперника, убрал нескольких защитников на дриблинге и расстрелял владение голкипера хозяев поля. 0-1 в пользу гостей. Под занавес первого тайма Роман Ежов мог удвоить преимущество волжан, но замешкался при выходе 1-1 с Шелли, и атака захлебнулась. На старте второго отрезка поединка крылья прибавили и смотрелись сильнее оппонентов. Дружине Осенькина не хватало лишь точного завершающего удара. Примерно за 10 минут до конца основного времени матча грозненцы проснулись и попытались восстановить равновесие. Футболисты «Ахмата» старались скрыть оборону самарцев во время штурма, но защитники гостей блокировали практически все удары игроков атакующей группы клуба из Чеченской Республики. На 77-й минуте Игорь Осенькин выпустил на поле Бабкина. Сергей, вдохновившись игрой аргентинца Гаре, повторил его подвиг. Накрутил сразу нескольких защитников чужой штрафной и отправил второй мяч в сетку ворот Шелли. Уже в компенсированное время «Ахмат» получил право на пенальти. Роман Евгеньев сыграл рукой. Карасев посмотрел повтор и уверенно указал на точку. Гамит Агаларов забил, но этого не хватило, чтобы спасти матч. Крылья одержали первую победу и положили в копилку 3 очка. На пресс-конференции Игорь Осенькин отметил, что эта игра должна придать футболистам уверенности в собственных силах. Выигрывая вот такой матч в сложной борьбе, в сложную игру, вот, это очень важно, особенно там в начале чемпионата. Автор победного гола Сергей Бабкин поделился эмоциями после поединка. Чуть-чуть там подфартило, я не знаю. И в итоге забил гол. Ну, счастлив, конечно, это на самом деле не так уж много я и забиваю. Вот, и плюс еще такой красивый гол. Роман Ежов, преодолевший отметку в 100 матчей за клуб, пригласил поклонников «Крыльев» на ближайшие домашние игры нового сезона. Дорогие болельщики, мы вас очень любим, мы ждем, надеемся, будет вас очень много, потому что без вашей поддержки мы бы не добивались никаких результатов. В среду, 26 июля, «Крылья Советов» сыграют первый официальный матч нового сезона на родном стадионе против Калининградской «Балтики» в групповом этапе Кубка России. Поединок начнется в 19:30. Мы будем всесторонне освещать эту встречу на наших информационных ресурсах. Следите за анонсами в социальных сетях телеканала «Самара ГИС». Анатолий Головко, «События».